показал 4:10 заявлен без пробега. Шагрень вроде все одинаковые, но ящик знает, вроде бы все нормально. Глушак ржавый какой-то. Такие оригинальные. Как бы потёк такой. Собрана краска, здесь тоже что-то пытается подтечь. Но это все-таки, ребят, это похоже на завод. Все равно мовили днища. Скобы балансировочные вроде свои заводские. Какой-то подтек странный. Часть была снята и красилась отдельно. Странно. Сделано в России. Фары. Машина 89-го года. Что, как, ребят, думаете, оригинал или нет? То есть так посмотреть много заломов.